Очередной удар стихии пережили накануне районы Архангельской области. Проливной дождь и порывы ветра не прекращались на протяжении суток. В Северодвинске ни одного происшествия не зарегистрировано. Архангельск пострадал сильнее. Все службы Северодвинска заранее были готовы к ухудшению погоды. Предупреждения были разосланы во все организации. Однако самые страшные прогнозы не оправдались. Хотя вчера было предупреждение штормовое, предполагалось по прогнозу сила ветра от 15 до 20 метров в секунду, о чем были все организации оповещены. По факту наибольшей силы ветер достигал в 21 час, порядка 9 метров в секунду. Порывами до 16. Непогода не нанесла никаких повреждений городу. Несколько хуже ситуация в областном центре. В Архангельске из-за плохой работы ливневой канализации оказались залиты водой многие центральные улицы – Тими, Ленинградский и Московские проспекты. Целый фонтан воды из ливневки появился на перекрестке Вучейского и набережной Северной Двины. А на этих кадрах вход в подъезд одного из домов на Ленинградском проспекте. Кажется, что теперь в него можно только заплыть. Отдел гражданской защиты населения напоминает, в случае объявления штормового предупреждения соблюдать осторожность при выходе на улицу, не парковать автомобили под деревьями, линиями электропередачи и вблизи опасных конструкций.